Ну а в Астане сегодня все только начинается. В городе, ставшем родиной Евразийского экономического союза, сегодня прошли переговоры президента республики Нурсултана Назарбаева и председателя Российской Госдумы Сергея Нарышкина. Речь шла о будущем Евразийского экономического союза. Евразийский экономический союз. Отношения с Россией развиваются. Трудности в Евразийском союзе по торговле, конечно, есть. Оно снижается в связи со снижением стоимости всех экспортных и импортных товаров наших, но это не проблема. Зато физические объемы все равно растут, интеграция растет, торговля растет, взаимодействие растет, совместные предприятия создаются, и так что мы идем вперед. Геополитический путь. Сергей Нарышкин отметил, что идея создания Евразийского экономического союза принадлежит президенту Казахстана и передал ему приветственные слова российского лидера. Владимир Путин поблагодарил коллегу за участие в международной конференции «Президент, парламент, интеграция».